Всех приветствую на канале. Всем привет-привет. Сегодня будет видео о том, как установить аватарку на наш профиль. Как вы могли заметить в предыдущих видео, у меня было видео на канале по профилю, кто смотрит Винк, как брать профиль. Также у нас было, почему работает 20 каналов. Эти видео уже вышли на канале. Ну и могли заметить то, что у меня вот такой вот милый тигренок был на экране. Ну или как правильно называется, животное, напишите в комментарии. Я так образно говорю вам. Ну а как нам с вами установить вот такую аватарку, либо другую, мы сейчас с вами рассмотрим. И как это сделать. Ну что, приступаем. К примеру, вы находитесь на ТВ-каналах. Ну и вам захотелось, чтобы когда включался профиль, либо когда вы его меняли, у вас такая милая аватарочка была. Мы с вами нажимаем кнопку меню, переходим с вами в мое, чтобы мое слово выделилось. Нажимаем кнопку ОК. После этого опускаемся вниз до настроек. Ну или сразу можно вот здесь выбрать, редактировать профиль. Это то же самое. Либо опустились настройки. Настройки аккаунта, окей, и выбираем управление профилями, окей. Вот он мой основной профиль, я нажимаю редактировать профиль. Можно это сделать именно так, а можно было выбрать редактировать профиль сразу, когда вы заходите в меню, мое, и один раз стрелочку опускаете вниз, и у вас появляется редактировать профиль. Нажимаем кнопку окей, ну и вводим драгоценный пин-код. И вот, видите, вот здесь появилась строчка у нас «Аватар». Окей, и вот такие у нас с вами теперь есть аватары, которые у нас можно будет установить при выборе нашего драгоценного профиля. Давайте мы сейчас с вами установим не такого тигренка, а вот, хочу вот такого. Пикачу-чу-чу-чу. Я с тобой хочу. Во! Прикольный же. Все. Выбрали аватар, нажали кнопочку назад, и теперь, кто смотрит Винк, у меня будет вот такой аватар. А давайте попробуем на детского установить, редактировать профиль. Также вводим по умолчанию пин-код. Смотрите, аватар, окей. Смотрите, а здесь другие аватары, кстати. Вяу! Давай его поставим. Вот. А теперь давайте назад нажмем. И видите, какой у меня теперь профиль интересный. Можно и такой выбрать основной, а можно таким и детским поиграться. Думаю, всем было понятно. Также полезен был, так как для детей это будет интересно. Чтобы ребенок, например, вы включаете телевизор, и ребенок выбирал профиль, либо вы ребенку нажимаете, включаете, он смотрит на свою любимую картинку. И говорит, во, это мой профиль, включите мне, пожалуйста, детские каналы. Видите, там написано детский, картинка. И вы выбираете. Ребенку это будет интересно. Не просто на черный экран смотреть, с белыми какими-то мордашками, которые непонятно что там, смайлик нарисован. Или вот такую выбрать картиночку. Спасибо всем за просмотр. Подписываемся на канал. Всем пока-пока, до встречи.